Вот, я сейчас в Мурманске, на севере России. Вот, на воздухе чувствуется что-то необычное, то, что они приготовятся к столетию. Поэтому у них мороз. Вот, у них это Мальзам филармонии, где я сыграю сегодня вечером концерт. Афиша. Дальше пойдем. Вот сегодня у нас будет испанская программа. Все по-испански. Это им интересно, потому что здесь очень редко звучит то, что я предлагаю. Вот очень хороший зал и замечательный рояль.